«Практическая психология». Здравствуйте, это программа «Практическая психология». В студии практикующий семейный психолог Надежда Бушмелева. Сегодня я в гости пригласила Елену Мурушкину, педагога-психолога. И поговорим мы на очень увлекательную тему «Альтернативные способы обучения трудностей и польза для обучающихся». Елена, здравствуйте. Добрый день. Вот сейчас такое время, когда наши ребята, дети, практически в каждой семье, если они школьники, они перешли на необычный для себя форму обучения. Как она у нас называется? Онлайн-обучение. Онлайн или дистанционное обучение, да? Вообще, конечно, формы обучения, они бывают абсолютно разные. И грамотный педагог, он их использует, да, в своей практике. Ну, давайте сначала не про онлайн проговорим, да, а какие у нас есть. Ну, вообще про формы. Да, про формы, да, интенсивная форма обучения. То есть, когда анализ учебного процесса происходит, причем интенсивно не в плане таком лайтовом, да, то есть как бы мы в там расслабленном варианте, да, а только саму суть по существу дети это впитывают в себя и тут же показывают, да, результат. То есть это как бы такое еще своего рода на опережающий, да, идет. Темпе. Дальше есть игровые и активные формы обучения. Ну, к игровым у нас, наверное, будут относиться ролевые игры. Мы их используем с вами, да, в практике. Деловые игры, ну и обучение дошкольников. Да, и обучение, да. Ну, хотя мы же сейчас с вами понимаем, что игровая технология, она используется и для школьников, и даже для взрослых, да. Например, в этих же, например, тренингах, да, в каких-то настольных играх мы с вами это все тоже можем отработать тот или иной навык, да, человека. Хорошо. Еще есть форма обучения на месте работы. То есть, да, когда мы, например, берем с вами студентов, да, и приводим прямо в свой центр и обучаем, как это работает психолог. Или, например, когда школьников приводят там, да, в пожарную часть и показывают, как это все происходит. Да? Дальше. Организация активности в пространстве. Это когда мы с вами выходим за границы аудитории. Это тоже очень так эффективно, очень детьми хорошо воспринимается. Но сейчас по роду своей, вот, по ситуации в стране, в мире, у нас происходит переформатирование, я бы так сказала, да, потому что мы уже не можем пойти в ту или иную организацию, да, мы уже не можем выйти коллективно куда-либо. И вот, пожалуйста, процесс обучения, тем не менее, не заканчивается. Самоизоляция – это самоизоляция, да, но дети должны учиться. Как вообще вы сами, сначала ваши личные отношения, как вы сами восприняли вот это явление дистанционного обучения? Какие страхи были? Ну, дистанционное обучение я проходила сама, поэтому для меня это не новость. Мне нравится этот формат обучения, поскольку в нем очень много плюсов для меня. Ну, вообще, как для взрослого человека можно получить дополнительное образование, и второе высшее образование, и профобразование. Это обучение на дому, то есть обучение не требует отрыва от производства, я могу и работать, и учиться в удобное для меня время. То есть много плюсов. И я думаю, что наши школьники современные тоже многие пользуются вот этим дистанционным обучением, даже обучаясь в школе. Параллельно получают какое-то образование или углубляют знания по отдельным предметам. С чем вы столкнулись, когда стали дистанционно обучаться? Ну, вы уже сейчас взрослый человек, да, вы четко понимаете, что у вас уже есть вот те навыковые компоненты, которые позволяют вам быть эффективным, да? Мы сейчас вернемся к школьникам, но с чем вы столкнулись? Вот, например, очень многие... При обучении? Да, при обучении. При обучении онлайн не хватает, дистанционного обучения не хватает практических моментов, не хватает практической отработки знаний. Очень много теоретической базы, теоретической основы, и в то же время я как бы ориентируюсь на саморефлексию, да, я как бы выполняю какие-то задания, но я не знаю, насколько правильно я их выполняю. Нет качественной обратной связи от преподавателя. Есть какое-то общение в чате, где можно обмениваться результатами работы, но это не то, это не заменит живого общения с преподавателем, когда вопрос возникает вот раз, и хочется получить на него ответ, но нет такой возможности. И он либо забывается, этот вопрос, либо как-то находишь ответы на него сама, ну, опять же, не знаешь, правильно или нет. Да, и при этом затрачивая, опять-таки, свое время, да? Да.
Хорошо. Это вот мы с вами взрослые, да, я тоже хочу сказать, что у меня тоже есть опыт дистанционного обучения, и мне он тоже очень понравился, да. Единственное, что если у меня будет выбор каждый раз, да, лично учиться с преподавателем, с мастером, да, с человеком, который для меня является авторитетом, или же дистанционно, я все-таки выберу, наверное, личное обучение. Оно ни с чем не сравнимо, да? Но это мы с вами взрослые, опять-таки вернусь. А сейчас хочется поговорить о наших детях. Итак, ребенок 1-11, но они сейчас все в равных условиях, и им надо продолжать процесс обучения. Мало того, что родители, конечно, с этим Да, они просто никогда не сталкивались. Да, то есть у родителей в роли учителя дома, это очень сложно. Вообще ситуация, конечно, интересная, и вот эта ситуация позволила вообще расставить другие акценты даже в системе образования. И мы понимаем, что не было плавного перехода, не было какого-то адаптационного момента, когда могли бы и учителя, и дети адаптироваться к этой системе обучения, подготовить какие-то, даже технически подготовиться к этому. Поэтому, да, многие сталкиваются с трудностями, особенно родители. Организация учебного процесса. Да, организация учебного процесса легла сейчас на плечи родителей, образно говоря, да. Родители, вот мне очень многие пишут, да, то есть каким образом, как, почему это стало нашей функцией? Стрессовая ситуация и у родителей, и у детей. Это понятно. Я думаю, что многие психологи находятся на связи и могут оказать какую-то психологическую поддержку, поскольку параллельно с обучением на родителей наложилось еще и трудности взаимоотношений. Надо с утра до вечера ребенка чем-то занять. У него есть свои потребности, которые он проявляет, реализует каждую минуту, каждый час своей жизни. И когда это находится в такой очень узких рамках, понятно, что родители сталкиваются и с организацией обучения, и с организацией какого-то досугового времени. То есть тут, особенно когда семья проживает, допустим, в однокомнатной квартире, особенно изоляции для детей. Чтобы, например, этот же учебный процесс параллельно с твоим рабочим, если ты еще работаешь, например, на удаленке. Это тоже одна из трудностей. Мы об этом еще поговорим. Да? Давайте сейчас перейдем в чем же ключевая проблема вот этого самого альтернативного обучения? Вот вообще более 90% учителей даже столкнулись с трудностями. 40% родителей считают, что это как дополнительные каникулы и никак не могут пока даже включиться в этот процесс. Да. 67% детей хотели бы вернуться снова в стены школы, в живое обучение, в живое общение, поскольку надо отметить, что дети по темпераменту разные, и есть дети, которым очень хочется общаться, они приходят в школу, чтобы получить вот эту подпитку эмоциональную. И поэтому вот надо сказать, что один из минусов в том, что это обучение не всем подходит. Да. Да, для детей, которые боятся выходить к доске, которые не очень контактные, любят одиночество, так сказать. Для них это вариант идеальный. А вот для детей контактных, для детей общительных, для детей шумных нужно движение. Иногда просто даже вот этого движения не хватает в доме. Там на переменке побегать, пообщаться, обменяться какими-то новостями. Лена, и смотрите, большинство детей, вот если мы сейчас с вами спросим, начиная с начального звена, да, и там, наверное, до старшеклассников, они говорят, мы вообще в школу ходим. Вроде как, и даже не учиться, а пообщаться, да? То есть вы тоже часто слышите. Да, коммуникативная составляющая очень важна для подростков. Даже вот уже, если мы говорили раньше, там, 5-6 класс, да, то сейчас это дети раньше. Где-то 3-4 класс, им просто, жизненно необходимо общаться друг с другом, получать обмениваться опытом, какими-то знаниями, там еще что-то. Это просто даже вот побегать, пошуметь, подурить, там, да, что-то обсудить. Главной сложностью, как назвали сейчас и технические организаторы этого процесса, и учителя, и педагоги, и родители, и дети даже называют, это то, что не хватает компьютеров. Вот техническая оснащенность как раз западает. Во-первых, я уже сказала, что проговорила, что не смогли адаптироваться, а в наших семьях во многих есть
ученика и более. Угу. Кроме того, родители вынуждены сейчас учиться работать, вернее, на удаленке, угу. на удаленке, и поэтому возникает вопрос, как организовать процесс на одном компьютере, если угу. он один. А ведь еще давайте не будем забывать, что у нас есть семьи, в которых да, даже вообще нет. Да. Да. Угу. И вот, например, у меня в практике мама звонит и говорит, вы понимаете, мой ребенок там с таким-то уже с дефектом зрения, угу. она говорит, у нас только есть вот маленький-маленький телефончик, да, и он вот это тексты вот эти сейчас увеличивает, читает, увеличивает, она говорит, это бесконечное напряжение на зрение, вообще на потом он психует, нервничает, да, вот весь раздражен. Потому что у него не получается что-то делать, да, и он попадает в этот процесс. Это тоже один из минусов в том, что дети, ну, как бы, сама ситуация подтолкнула к очень длительному нахождению за компьютером. Угу. Поэтому здесь важно понимать, и я думаю, что было сделано очень правильно, что уроки рассчитаны на 30 минут. Угу. И 20 минут между ними перерыв, угу. для того, чтобы дети смогли подвигаться, восстановиться. Я понимаю, что зарядку для глаз они делать не будут, поэтому это время дано просто для того, чтобы они куда-то посмотрели вдаль, а не угу. на близкое расстояние. Но родителям надо помнить об этом и все-таки переключать детей на какие-то другие виды деятельности, чтобы за эти 20 минут они могли не только подготовиться к следующему уроку, но и в чем-то себя занять, угу. освободить глаза, освободить ум, настроиться на следующий урок. Угу. Хорошо. Давайте еще все-таки проговорим, да, самую главную проблему альтернативного обучения. В чем она заключается? Как вы видите, как специалист? Мне кажется, что все равно самая главная проблема в том, что по организации вот этого процесса в семье, угу. по разграничению зоны рабочей и зоны игровой, здесь ведь самая большая проблема учеников в том, что им не хватает мотивации, не хватает самоорганизации для того, чтобы приступить к учебной деятельности. Угу. И родители должны в этом помочь ребенку. А родитель говорит, знаете, а вот у меня нет такого навыка, у меня нет такой компетенции. Я всего лишь родитель, я родил, я теперь люблю, кормлю и одеваю, да. Но по возможности я как бы развиваю. Но обучать я никак не могу этого делать. И тогда, конечно же, получается, что вся семейная система в состоянии невроза, да, пребывает. Но тем не менее обучаться как-то надо. Как вы думаете, детям вот в этой ситуации, им проще, чем родителям? Я бы не сказала, что детям проще, потому что у детей тоже появляются страхи. Uh-huh. А вот в силу современности, да, дети наши более лобильные, более приспосабливаются к новым формам обучения, uh-huh. но тем не менее страхи есть. Страхи, переживания, тревожность, особенно сейчас старшеклассники волнуются за то, что каким образом они будут готовиться к поступлению, выпускники, к поступлению угу. в техникумы и вузы. И тут я считаю, что со стороны правительства нужно давать очень четкую конкретную информацию, которая бы смогла снизить этот уровень тревожности о том, когда будут проходить экзамены. У нас, например, дети из глубинки, из угу. области, из сел, они еще в более стрессовой ситуации находятся, поскольку у них и интернета может не быть, угу. да, качественного интернета. И, соответственно, подготовка сейчас будет очень разниться в разных и в школах, и угу. в регионах. Угу. Уровень подготовки. Да, уровень подготовки к поступлению. Угу. Поэтому я читала о том, что правительство, ну, как Министерство образования рассматривает вопросы, что некоторые вузы должны снизить угу. в этом году проходной балл. Проходной балл и какие-то возможности поступления обеспечить адекватные и одинаковые для всех угу. студентов. Угу. Независимо от того, да. да. Ага. Хорошо. Ну что, давайте перейдем с вами к минусам. Да? В чем же минусы вот этого самого дистанционного обучения? Что-то мы уже озвучили, не можно повторить ничего страшного. Вот у вас есть кто-то, родные, близкие, дети, да, у меня, которые обучаются? У меня у младшей сестры, племянники учатся как раз онлайн-обучение дистанционное. Дочка учится во втором классе, и сын учится в шестом. Угу. Ну, если у дочки как-то все благополучно, начальная школа, она как-то менее загружена, им посылают задания, не выполняют, то шестиклассник, да, столкнулся с трудностями, что
не все понимает, потому что рассчитано еще и на самостоятельное изучение материала. Например, ему очень не нравятся дистанционные занятия, хотя он спорт очень любит, он занимается спортом, ему не нравятся дистанционные занятия, как в физкультуре. Угу. Когда дается задание, допустим, отжаться 10 раз, он на втором уже разе падает и говорит: «Мама, я больше не хочу этим заниматься». То есть вот мы уже говорили о том, что к минусам относится недостаток самоорганизации, самомотивации многих учащихся, угу. особенно учащихся среднего звена, я бы так сказала. Вот. Ну, в общем, а так никаких трудностей. Угу. Хорошо, вот смотрите, получается, что от возрастной категории очень зависит вообще процесс вот этого, да, обучения. Да, да, тоже может играть роль. Угу. Что мы можем порекомендовать родителям, каким образом работать с детьми, вот, например, начального звена? Ну, я думаю, что здесь нужно выставлять все-таки какие-то режимные рамки. Угу. То есть перестроить домашний режим, приблизить домашний режим к школьному. Угу. То есть это такой же подъем в определенное время каждый день. Потому что процесс будет продолжаться ведь через какое-то время, когда все это закончится, угу. чтобы дети не выпадали из этого привычного режима. Адаптация, да? Да, да, да. Да. В определенное время подъем, садятся за уроки, выполняют задания, которые есть, также перерывы, то есть там, допустим, по 30-40 минут они занимаются. Угу. Вот это важно. Либо ребенка, допустим, организовать так, чтобы у него перед глазами были часы, и он сам себя учился организовать. Надо ведь понимать, что мы сейчас даже младших детей, мы закладываем очень важные качества жизни, угу. качества личности. Какие это? Ну вот, например, умение организовать себя, умение организовать свой учебный процесс, умение себя мотивировать, это и тайм-менеджмент, угу. умение владеть временем, это тоже сейчас очень важно, потому что время, мы знаем, что это такой ресурс, быстротечный. Да, быстротечный, и не подарить, не купить его нельзя. Что еще нужно для начального звена? А правильно ли я понимаю, что даже во время вот, дистанционного обучения им потом все равно задают домашнее задание? Да, да, конечно. Угу. То есть надо будет еще и после этого себя усадить, угу. да, и выполнить угу. домашнее задание, и в определенное, до определенного времени выслать, да, педагогу? Да, да. Они угу. делают сканы, ну, допустим, маленькие детки, даже угу. по рисованию, это у меня племянница. По рисованию они фотографируют свой рисунок, и к определенному uh-huh. времени они сканируют uh-huh. рисунки, передают учителю. Должны это передать, да? Uh-huh. То есть у тебя должен быть еще и телефон, у которого есть хороший или фотоаппарат, или да, что-то такое. Uh-huh. Ну, то есть как бы, вот сейчас как раз такое, то самое время, когда ты даже если не хочешь, да, но этот навык тебе придется да, обрести. Это как раз время эффективного использования всех гаджетов. Uh-huh. И вот мы тем самым детям показываем, что вот смотрите, вы очень часто использовали их совсем не по назначению. Вы всего лишь смотрели мультфильмы, например, там фильмы или играли, да. А на самом-то деле они вот именно для таких целей, да, которые мы сейчас с вами ежедневно и пользуемся. Хорошо, давайте еще какие-то минусы у нас есть. Да, конечно, mm-hmm. есть минус того, что ученик, особенно начальное звено, не получают обратной связи, такой качественной обратной связи от учителя. Uh-huh. Ведь есть дети, которые, ну, дети начальной школы, они очень следят за учителем, за его речью, за манерой общения, задают вопросы, как бы получают ответы, и точно так же и старшеклассники. И поэтому им нужна обратная связь здесь и сейчас. Uh-huh. То есть она не отсроченная во времени, а именно вот здесь и сейчас. Вот. Еще один минус, кроме недостатка живого общения, это субъективная самооценка, качество выполнения своей работы. Ну, как я говорила, mm-hmm. да, о том, что вот я уже взрослая, но с этим сталкиваюсь. Я не знаю, насколько правильно я выполняю. Mm-hmm. Мне не подойдет учитель, не ткнет пальчиком, чтобы mm-hmm. подумать, mm-hmm. что здесь не так. Здесь да. не так, да. Но есть трудности определенные для педагогов, поскольку категория педагогов есть, которые ну, по минимуму общались с компьютером, а здесь нужно осваивать новые платформы, новые mm-hmm. подходы к урокам. Тем не менее, сейчас как бы существует конкуренция между традиционным обучением да, и какими-то новыми инновационными формами mm-hmm. обучения, поэтому педагогам так или иначе просто вот эта ситуация подтолкнула их к развитию. К развитию, да.
включению в свое, в образование, в обучение детей новых форм обучения, я думаю, что это очень... Как бы и плюс, такой, и минус, угу, да. Плюс-минус. С одной стороны, минус в том, что педагоги не готовы были к, такой, к такому формату обучения, а с другой стороны, это как раз плюс в том, что они развиваются. Да, вот, пожалуйста, здесь уже повод есть, да, для этого, да, саморазвития. Да. Угу. Еще одна трудность – это знание вот этих программ, знание платформ, на которых можно, и для педагогов, и для детей, на которых можно организовать вот этот учебный процесс. Единственная сложность, что весь учебный процесс на одной платформе организовать очень сложно. Угу. Мы сейчас получаем то, что интернет у нас зависает, да, много употребляем. Педагогам трудно оценивать результаты учеников, быть более такими объективными, потому что высказывали педагоги такое опасение, что а где гарантия, что дети не выполняют это группы, угу, заданий, да, там, угу, какая-то проверочная или контрольная, какая-то контрольная работа. И поэтому здесь встает вопрос, как организовать процесс сдачи индивидуально, угу, зачетной, угу, какой-то работы для педагога. Ну вот я, например, опять-таки уже в практике столкнулась с тем, что вот тут только-только начинается у людей, у детей дистанционное обучение, все в состоянии стресса, да, учитель ставит задачу, чтобы дано было, например, там, к 18:00 домашнее задание, ребенок не успевает, в электронном дневнике уже стоит двойка, да, то есть вот такой момент, как бы, вроде как педагог показал, что для меня очень важны мои требования, да, но в то же время ребенок это воспринял так: ничего не получается, я вообще делаю ничего не буду. Да? С такими запросами сейчас идут родители. И я всегда им говорю, обязательно выстраивайте диалог с педагогом. Конечно. Потому что у педагога, да, это один из процессов образования, что у меня есть требования, соблюдение. Есть их какие-то временные рамки изучения программы. Тем более сейчас это будет в очень сжатые сроки. И я думаю, что педагоги тоже волнуются, многие волнуются, педагоги, о том, что учебная программа должна быть выполнена. Освоена. Да. Угу. И в то же время, да, мы с вами понимаем, что еще и качество, да, качество, угу, образования, оно будет сильно отличаться от, угу, того, чего мы бы с вами хотели. И педагоги об этом тоже... И чего бы они могли дать педагоги, угу, в живом общении. То есть для родителей, если вы видите, что у ребенка не получается, если что-то ему мешает, да, и вы видите, что педагог может в этом вам помочь, выстраивайте диалог. Конечно, конечно. Я считаю, что система оценивания на данный период должна быть очень гибкой. Угу. И в то же время, чтобы родители снимали вот этот немножко уровень стресса, они должны понимать, что они не одиноки. Угу. Есть техническая поддержка, и педагоги у нас всегда открыты, всегда доступны для диалога, для выявления каких-то трудностей у ребенка и как ему помочь. Угу. Угу. Хорошо. Мы с минусами закончили или у нас еще есть? Ну, самый большой минус – это возрастание ответственности родителей. Да. Это действительно непросто. Это действительно не каждый готов. Да, не каждый готов. И вот поэтому я говорю, что сейчас открыты и педагоги для диалога, для помощи, и какие-то технические средства, и психологи. Я думаю, что все могут поддержать родителей, если им такая помощь необходима. Угу. В организации или в снятии собственной тревожности. Ну, я всегда родителям говорю, когда ко мне обращаются с таким запросом, вот представляете, мы с вами пройдем все эти этапы, а потом мы можем смело сказать: я с этим, да, справился, и повесить или медальку на шею, или обязательно надеть. Похвалить себя после того, как все это закончится, похвалить себя просто святое дело. Угу. Обязательно нужно. Я думаю, что не всегда дети готовы проговаривать, что переживают они. Угу. И очень важно родителям оставаться вот во взрослой позиции. Да, сколько они дают сейчас пример детям, как в трудной ситуации нужно справляться. То есть без истерик, да, без каких-то вот там, да, проявлений своих вот этих эмоциональностей, да, что как бы они ни переживали, угу, надо, детям надо объяснять, что да, я тоже не знаю, когда это закончится, но это обязательно закончится. Угу. И дальше жизнь продолжится, может быть, немножко как бы
поменяются ценности за это время, да, но я считаю, что дети и родители – это единственный, вот, единый тандем, который сейчас именно вот такой, имеет такую платформу выстроиться, прям вот, позитивный такой ровненький домик. Я вспоминаю диагностику дом, когда ровные стены и очень прочный фундамент, устойчивая крыша. Это как раз прах. Здоровая, хорошая семейная система, да? Да. Какие же плюсы у нас есть, и этими плюсами мы можем с вами, в общем-то, наслаждаться. Давайте их тоже озвучим. Ну, очень важный плюс – это экономия времени на переезд, на экономия средств каких-то материальных затрат. Угу. Да? Дети экономят свои физические силы, когда не таскают свой портфель тяжеленный с учебниками. Да. Это возможность заниматься на одном месте. Но если говорить про дистанционное обучение для взрослых, то это удобство во времени. Выбираешь время, когда тебе нужно изучить урок. Ну и старшеклассники тоже, если они пользуются какими-то онлайн-обучениями дистанционными, они могут изучить урок в любое время. Если он что-то не понял, он может пересмотреть несколько раз этот урок. Угу. И вот это одно из таких важных преимуществ. Ну, правильно я понимаю, что сейчас наши дети, они привязаны все-таки, да, к определенному времени. То есть они вот у них обучаются. Да, насколько я знаю, у них процесс именно идет в расписании. С 9 утра, да. Там, да, и в разных школах по-разному. Поэтому хорошо. Ну, это возможность, еще один плюс, это возможность перехода от вербальных методов обучения к все-таки к визуальным, творческим, каким-то поисково-исследовательским. Поскольку дети у нас в основном воспринимают мир сейчас визуально, да, это тоже для них будет очень интересно. И возможность разнообразить уроки, сделать их двигающимися, там, такими интегративные такие уроки. Это получение связи от учителя и обмен все-таки между учащимися такой онлайн в чатах. Вы знаете, что самое интересное? Вот знаю прогрессивных родителей, которые, в принципе, да, прекрасно и до вот этого перехода на дистанционное обучение использовали всевозможные видеоуроки, там, да, какие-то фильмы. То есть они помогали детям, да, лучше усвоить, зная особенности своего ребенка, лучше усвоить ту или иную тему. Да, это ведь тоже плюс, когда ребенок обучается в своем темпе, в удобном для него темпе. И успевает усваивать материал. Он не ограничен вот этими 40 минутами, когда понял, не понял, бежит там дальше дома, додумал. Здесь он усваивает в своем темпе, это тоже очень удобно для детей. И для некоторых это было тоже продуктивно. Да. Мы получаем большой доступ к ресурсам, к интернет-ресурсам, к IT-ресурсам. Можно легко получить доступ к другим экспертам. То есть мы из интернета можем привлечь других экспертов и посмотреть несколько, допустим, уроков по одной и той же теме с разным пониманием, с разным подходом. Вот уже сказали, что это индивидуальный темп обучения. Ну и большой плюс мы получаем, мы развиваем в детях личностное качество. Самоорганизация, самомотивация, умение планировать время. Мы просто повторяем сейчас. Есть возможность получить более глубокой подготовки, особенно для старшеклассников, по каким-то отдельным предметам, которые им интересны, которые будут нужны для поступления. И, кстати, старшеклассники часто, вот, да, например, общаясь с ними, я слышу о том, что нам нравится эта форма, потому что мы не сидим и там полурока педагог пытается там дисциплину навести, да? Да. А мы сели и продуктивно очень отработали ту тему, которая нам необходима, и мы знаем, что она есть на экзамене, и мы знаем, что она нам пригодится в жизни. Да, это, конечно, здорово, когда человек осознанно все, да, происходит. Ну, дистанционное обучение, в принципе, и нацелено на таких самомотивирующих, самоорганизованных, дисциплинированных учащихся. И наша с вами задача, конечно, именно к такой категории детей прийти, да, когда дети уже становятся старшеклассниками. Да, я считаю, что в недалеком будущем современные школьники, они все-таки будут прибегать к онлайн-обучению. Особенно старшеклассники. То есть, не посещая какие-то факультативы, какие-то дополнительные занятия. Отказываясь от того, да, что им скучно и неинтересно. Или, да? Вот знаете, я думаю, что недалеко то будущее, да, когда у нас будут действительно хорошие эксперты, там, например, в знаниях там, биологии, химии, там, да, математики, и которые могут обучать
полстраны, да, с помощью вот этих же дистанционных обучений. Да? То есть у нас уже будет такая, знаете, внутренняя конкуренция даже среди педагогов. Да. То есть ребенок будет выбирать или к Марии Петровне сейчас прийти и отсидеть 45 минут, да, и там она там пока ему там объясняет что-либо. Или же я возьму, да, интерактивно, да, человек, который мне все так же подробно, доступно и, может быть, даже еще лучше расскажет, и он для меня является каким-либо авторитетом. Да, я думаю, что в пространстве онлайн-обучения именно школьников появятся педагоги все-таки высокопрофессиональные. Угу. Которые очень доступно объясняют сложные темы, да? Ну что, давайте сделаем определенные выводы, да, чтобы завершить нашу сегодняшнюю программу. Что же... К чему же мы на самом деле пришли? Мне кажется, очень важно вот три таких важных момента, о которых стоит помнить в первую очередь. Во-первых, обучение онлайн может быть так же эффективно, как и обучение в школе, иногда даже более эффективно. Угу. Все зависит от того, сможет ли ребенок организовать свое место, ресурсы какие-то технические, да, замотивировать себя на получение именно дистанционного образования. Угу. Второй момент – это мы должны понимать, что введенные меры необходимы и носят временный характер. И вместе мы все-таки справимся с этой ситуацией. Угу. Жизнь продолжится. Надо понимать, что если бы дети ходили в школу, ситуация была бы, я бы сказала, бесконтрольной. И третий момент – это родителям важно помнить, что это один из лучших периодов пересмотреть не только свои ценности, но и отношения с детьми. И не закладывать токсичные воспоминания об этом периоде, а именно увидеть свои плюсы и минусы воспитания, что я могу сделать, вот, занять взрослую позицию, а что конкретно я могу, как я могу обеспечить безопасность себе и своим близким, и что я могу сделать в этот момент, в этот период, для того, чтобы сохранить отношения. Потому что разрушить их очень легко, а мы должны думать на перспективу все-таки. И выйти из этого периода, да, с хорошими, крепкими нервами. И я считаю, что вот лекарством от паники в любой ситуации служит знание. И это надо это очень важно помнить, потому что глупыми людьми очень легко управлять. Поэтому я считаю, знания, в какой бы форме они ни преподавались, они всегда нужны и они всегда важны. Дети, оставайтесь у доски. Да, дети, продолжайте обучаться. Да, и давайте будем помогать друг другу. Сложно не только детям, но и взрослым. Конечно. Да, но мы, конечно же, друг другу будем помогать. Спасибо большое. Сегодня у меня в гостях была Елена Марушкина, педагог-психолог, и говорили мы об альтернативных способах обучения, о их трудностях и о их плюсах. Спасибо вам большое и до новых встреч. Мы справимся. Всего доброго. До свидания. Практическая психология.